Тигренок Бархат, спасенный в ноябре прошлого года на дороге в Амурском районе, обживает свой новый дом – Минский, в Беларуси. Под присмотром охотоведов хищник провел полгода. За это время стало понятно, что у Бархата заболевание костей. Они очень хрупкие, и в дикой природе ему не выжить. Репортаж наших корреспондентов. Бархат вовсю осваивается в своем новом вольере Минского зоопарка. Он переехал туда из Хабаровска буквально на днях. В ноябре прошлого года тигренка обнаружили на дороге недалеко от села Вознесенского в Амурском районе. Он замерз и сильно хромал. Очевидцы его подобрали и укутали в одеяло. Спаситель пошел на огромный риск. В этот момент из тайги за детенышем могла наблюдать его мать. Сейчас в ветлечебницу отвезем его в Комсомольск. Тигренок. Серый, не трогай, еще укусит. А тигрицы нет, а скажут, что тигрица была, охраняла его здесь еще. На тот момент тигренку было 3 месяца. На Хабаровской станции по борьбе с болезнями животных поставили диагноз – перелом плечевой кости на левой передней лапе. Ветврачи провели операцию и собрали кость при помощи пластины. Также на левой лапе врачи обнаружили еще один перелом, а на задней левой – трещину в кости. Сначала ветеринары предположили, что тигренка сбила машина. Погрызайся. Рычит, ест, самое главное, что ест. Когда сломанная кость срослась, пластину сняли. Готовить тигренка к возвращению в дикую природу специалисты не решились. Травма в будущем могла ему помешать охотиться. Росприроднадзор согласился с этим и рекомендовал передать маленького хищника в Минский зоопарк. Пока оформляли документы, Бархат снова получил травму. Поняли, что все-таки у тигренка какое-то заболевание костей, потому что он даже в небольшой клетке вольере умудрился еще раз сломать уже другую совершенно лапу. Последовала новая операция и реабилитация. Специалисты не исключают, что именно заболевание детеныша заставило тигрицу оставить его на дороге. Следы матери были обнаружены недалеко от этого места. К сожалению, законы природы достаточно жестокие. Тигрица, чтобы не быть уязвимой, прокормить оставшихся тигрят, вынуждена оставлять слабых, либо тех тигрят, которые обречены на гибель. В Минский зоопарк Бархат доставили самолетом. Сейчас тигренку около 10 месяцев. Широкой публике хищника представят после обязательного 30-дневного карантина. Арина Судатенкова, телеканал «Губерния».